Доброе утро, девочки. И они стали перед выбором, куда идти. Вчера сделала холодец. На мой взгляд, обалденный получился. Видите, какой он вообще не двигается даже. Единственное, что морковка недоваренная, потому что кто-то ее выключал. То ли муж, то ли кто. Она у меня оказалась недоваренная. Теперь она твердовата. А так вкусно. Раньше я не ела холодец. До того момента, как не приехала сюда. Вот так вот. Вчера муж пришел, типа мириться, главное. Подошел ко мне спустя неделю. Мы опять поругались. Он просит, чтобы я перед ним извинилась. Кто так мирится? Извинилась, якобы я испортила ему день рождения. Это он сам себе его испортил. Знаю мой характер. Не надо было меня вообще трогать. Я начинаю кричать, он продолжает и делает скандал, ругается. Но значит, он знает, что он ругается, на что он идет. Ругались мы за день до дня рождения. Можно было все еще уладить. Да, Захар, сам виноват. Вот есть люди, которые за счастье, а есть, у которых гордость. Вот сами думайте, какая я. Тяжело, конечно, мне с таким характером. А сколько лет? Ну вот, 2 года. На день рождения ему. Не трогай ничего. Особенно вот это нельзя трогать. Что за ребенок? Нельзя. А ну не трогай, не трогай, не трогай, не трогай, сынок, не трогай. Нельзя, 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 нельзя. Захарка так рад шарику. Даже просто даже постель. Мне так эмоционально это выводит. Постель даже нормально. Понимаете, видите, у меня уже крыша едет. Мне раздражает по 10 раз на день заправлять постель. Понимаете? Как меня это бесит. А знаете, где этот через дорогу? Называется шоу-маркет. Вот оно. Вот здесь. Назад, назад. Вот. Ну, надо сказать, что для таких маленьких... Там миньон был, но Захар миньонов еще не знает. Такого нет, чтобы, знаете, там зайчики были, малышами шариков, ничего нет. Вот дают. Ну, как так? Это же распространенные герои мультфильмов. Я гранат купила. У нас тут ярмарка. Больше ничего не покупала. Ну, блин, я, конечно, как снимаю. Нет, чтобы с балкона снять там. Вроде нормально должен быть. Это прошлый раз такое говно попалось. Хочу сделать салат гранатовый браслет. Ананас так и лежит. Но я не умею его разделывать. От этого не дождешься. Все вечно упрашивает. Но... Все, слопала я все.
Брюс тоже. Ну, Брюс не проткнуть может шарик. Девочки, сегодня у Захара день рождения, сегодня 16-е. Купила я подгузники ему. Закрою это, Захар, холодно будет. Я всегда, когда мы уходим, открываю на проветривание. Вот Захаркин шарик. Так. Купила вчера, ходила торт. Перед, ну, прям часов 9:30 где-то было. И грудинку. Ну, вот она лежит. Она мне не понравилась. Она пропащена. Может быть, она уцененная была. Сейчас ходила за продуктами. Купила виноград кишмиш. Ну, просто в перекрестке ничего другого не было. Аж на 232 рубля вышел. Так, на стол такие помидорчики положу. Я люблю вот это ассорти, когда они разные. Это Захаркины ряженки. Агуша и Биолак тут один. Мое зерно на завтрак. Завтра это на бутерброды с икрой. Батон. Так, морская капуста. Салат. Обожаю. Чё ты его припёр? Мне сейчас, девочки, надо быстро голову помыть, еще помыться. Так, вот я купила сейчас другую. Трата денег, блин, тупая. Груд экогенеральские качества. Но тупая, срок годности нормальная. Это на салат. Лимон чаю. Так, купила вот такую вазочку маленькую. Вот сюда можно положить, например, вот этот салат, морская капуста. Вот. Брюшки китикет взяла. Он, правда, китикет он не любит. Так, здесь яблоки мои любимые. И чеснок и картошка. Еле доперла. Вы бы только знали. Фу, все, мне надо помыться. И готовить кушать. У меня здесь уже запекается. Вон она аж вздулась аж. Поставлю, уменьшу на 150. Красавица. Я туда, значит, чеснок с майонезом, с яблоками, с бананами, как я обычно делаю. Я вовнутрь засунула. Там очень много, прилично. Вот. Картошка. Так что придет бабушка с племянницей. Это я сама позвонила, сказала мужу, чтобы он пригласил. Я пока, мне нужно принять быстро ванну. Давайте я протестирую вот это средство. Фаберлигель, скраб, маска 3-1 для жирной проблемной кожи. Так. Консистенция белая. Что странно. Она, наверное, ничего... Вообще надо сначала проверять на аллергию. Но так как я тороплюсь, здесь побольше нанесем. Здесь у меня темные точки на носу. Вот, стала щипать, щипит, особенно там, где раны. Ну что, с Богом. Ждем гостей. Еще полчаса осталось. Не можем накрыть на стол, потому что я уже раз 5 снимала Захара со стола. Он играется с тарелками, с посудой, в общем, да? Плачет, вон лежит. Целый день на ногах. Готовлю, вроде ничего не приготовила, но тем не менее. Ну, встала-то, конечно, встали мы-то в 10. Вот. Не знаю, так нарезала. Когда чай будет, поставлю. Здесь вот 4 лимона. Фотки ждем. Захар, вставай давай. Захар, да. Ответственный момент. Ну, приучать он, конечно, пока еще не знает. Катя, он должен дыхнуть на него. Давай, с днем рождения, Захар. С днем рождения! 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 Ура! 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 Ура
давай, да. Дуй. 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 Давай. Ура! Маленький, конечно. Нормально. Зато не останется, а то лишний раз. Я съедаю. Вот у Захарки подарок такой. Светится. Надо к машине этот шарик привязать. Из одной руки в другую. Захарке сегодня 2 года. Большой такой. Вообще-то нечто. В общем, час ночи, 1:38, 1:42, 1:44. Было снято 3147 рублей 62 копейки, еще там еще копейка даже. Потом снято 1400 рублей. Это все с интервалом 2 минуты, допустим. Вот, потом снято 800 рублей. Потом снято 2450 рублей с копейками опять же. В общем, будет в общей сложности за 4 дня с моей карты, с дебетовой карты с моей, причем золотой карты, было снято где-то около 18 тысяч рублей. И оставили там, не знаете, чтобы не подозрительно было, оставили что-то около 3,5 тысяч, 3 700 там чем-то оставили, осталось денег. Все, написала заявление, но не знаю, как это будет разбираться, какое-то будет разбирательство. Не знаю я, во что это выйдет. Вот. Они говорят, что это я снимала. Вот, я говорю, что... Так, девочки, вы же знаете, что сейчас меняет Сбербанк свое название, да, и поэтому либо снимайте деньги, либо, не знаю, не ложите туда деньги. Короче... Господи, я рукой закрыла. Я сонная, только проснулась, еле встала. Посуду он ничего не помыла вчера, потому что устала за целый день. Сама полы помой, ванну все помой, все убери, все приготовь. Все вчера было сама, помощников не было. Так, ну что нам подарили? Такой вот каркунов. Конфетки. Третьяковская галерея. Вот. Красный Октябрь. Так, это... Фу-фу-фу-фу-фу. Сейчас, сыночек. Вот такую подарили игрушку. Да? Ты помнишь, тебе ее подарили? Покажи, где овечка. Овечка. Нет, овечка, вот овечка. Вот овечка, овечка, овечка. Овечка. Вот, Захар, вот овечка. Вот птичка. Вот это. Птичка. Отлично. Угадай, чей это голос? Подожди. Обезьяна, обезьяна. Нажимай вот, вот. Неверно. Вот это. Угадай, чей это голос? Это обезьянка. Молодец, правильно. Скажи, где...
Захаркина машина. Мы с папой подарили вчера. Такая вот. Это трактор. Ну, помните, мы с вами покупали в детском мире. Классная вообще штука. Вот. Ну, все нормально. Прошло. Все нормально. Так, Захару кашу сделала. Надо чай попить, а то вот я начинаю кашлять, у меня нос еще забит. Даже гирлянды, оказывается, с вчерашнего этого не выключили. Горят всю ночь. Я обычно окно закрываю на лоджии, окно было открыто. Ну, я без задних ног завалилась просто и все, спать. И все. Так много майонеза не ложила. С копченой грудкой очень вкусно. Тима, вот эту покупайте зубную пасту, хорошая она. Вот такая вот. Видите, здесь кальций, фосфор, кремний, ксилит 6%. Это противомикробное. Магний, гаймали. Да, я считаю, самая лучшая зубная паста. Это у меня такая индийская или такая. Может, такие не любят, кстати, у меня. Ай, блин. Откололся у меня девочки зуб. Теперь нужно идти и узнавать, что там, удалять ли зуб. В общем, год он прослужил. В январе я его лечила. На штифт ставила. Теперь вот так вот. А коронки, сами знаете, стоят ого-го. От 15 тысяч. Ты куда полез? Лази давай. Умник. Иди. Вот они, видите, чем-то похожи. Вот что зубная паста, что само средство. Вот это от Rox, которая очень сильно кальцинированная. На зуб наносишь и питает зубы кальцием. Укрепляет зубки. Дубль 2. Где? Протерла полы чуть-чуть. А у кого такая красивая футболочка? У Захара? В общем, вот так вот. Вчера за столом кусок зуба. Это я так расстроена, не могу. Опять там может быть гной в деснах. Сейчас звонила врачам, где клиники, точнее, запись через неделю. Только. Через неделю. За это время уже там может пища залезть. И я вот про сегодня ем, у меня дальше, ну, как она осыпается. В общем, задолбала. Да, я задолбала эти зубы. Если зуб искусственный, то все это ненадолго. Ненадолго. Давайте, пока-пока, девочки.